Господи, Лили! Это я! Где ты? Господи, она наверху! Что произошло? Я тут, Лили! Я тут! Лили! Выходи! Лили! Где ты? Я пришел! Папа здесь! Нет, папа, ты не пришел. Кидман? Привет, Себастьян. Давно не виделись. 3 года. Я тебя разыскиваю уже 3 года. Ну а где ищешь-то? На дне бутылки? Так что ли? И какого черта ты явилась теперь? Ты не мог найти меня, потому... Себастьян? Ты проснулся? Хорошо. Да, отлично. Где мы? Это одно из наших зданий. Так это Мёбиус Всемогущий, да? Следи за тем, что говоришь. Знал бы ты, какая у них власть. Ну да. Такая власть, что им пришлось похитить бывшего копа, чтобы он помог. Ну хотя бы твой чудовищный сарказм на месте. Хватит с меня этой чуши. Где Лили? Терпение. Ты получишь ответы на все вопросы. То, что случилось в психиатрической больнице «Маяк» — прискорбная неудача. Но с помощью новых знаний мы создали новую, усовершенствованную систему STEM. При чем здесь вообще моя дочь? Только... Удачи.
Неужели? Где я? Что? Папа, скорее! Иду, Лили! Папа! Я знаю, что с этим трудно смириться, Мира. Но она умерла. Наша девочка умерла. Нет, я не смирюсь с этим. И если ты не поможешь мне, я сама узнаю правду. Что за чертово место? Детектив, получен вызов. Всем машинам, 11-9-9, срочный код 3, больница Маяк. Неважно, Себастьян. Главное, ты добрался. Как ощущения? Ужасное. Будто у меня жуткое похмелье. Ничего, это пройдет, когда мозг адаптируется. Ты находишься в зоне, отделенной от главной системы. Здесь мы можем поддерживать связь с тобой. Это место называется кабинет. Безопасная зона, созданная из твоих воспоминаний. Ах, воспоминаний? Раз так, где... Где же моя жена и дочь? Смахивает на мой кабинет в полицейском управлении. Его формировало твое подсознание. Претензии предъявляй себе. Ближе к делу. Мы отправили тебе кое-какую информацию. Снимки нескольких агентов... Кошка? Не помню, чтобы у меня была кошка. Проектор для слайдов? Откуда моя память его выкопала? Из времен начальной школы? Зеркало. Как в маяке. Наверное, выход. Почему моя память не делает обычных дверей? Значит, снова туда. В зазеркалье. Я вообще по адресу? Что за...
Что за черт? Это же... Он же из поисковой группы. Бейкер. Командир группы. Одна пуля прямо в голову.